Меня зовут Евгения, мне 56, и я сторонник здорового образа жизни и естественного омоложения. В последнее время я стала увлекаться китайскими техниками, и сегодня я вам хочу показать одну технику. Она невероятно эффективна и вам 100% понравится. Мы сегодня с вами будем убирать наши животы, большие, маленькие, средние, с помощью подушки. Да, просто с помощью подушки. Ну что, долго говорить не будем? Поехали! Для этого упражнения нам понадобится подушка. У меня такая плоская. Возьмите тоненькую, по возможности, если она у вас есть. Итак, наверное, развернусь. Надеюсь, вы меня видите в полный рост. Так, подушку засунули между ног. Ножки у нас на полусогнутых. Подняли наши ручки. Вот, держим на уровне не так, вот, на уровне плечей. И я сначала покажу, пока живот не напрягать и ничего. Делаем вот это упражнение. Раз, вот, оп, сгруппировались. Сейчас мы разучиваем по отдельности. Так, но это еще не все. А сейчас мы сделаем вместе. Внимание, сделали вдох, выдох, вдох. Выдох, зажали все, просто зажали, чтобы мы выдохнули все и зажали сильно. Внимание, а вот сейчас мы работаем вместе, здесь все зажато. Почему я вот делаю вот это? Потому что это именно вот в китайской технике. Они когда на выдохе, вот именно как бы выдыхают именно вот через рот. Вот эти. Ну вот как-то вот без этого, я пробовала не делать это, но именно вот более эффективно, когда ты еще и работаешь правильно с дыханием. Так, надеюсь, давайте, наверное, еще раз покручусь. Вот так вот сделаю, чтобы вы поняли. Итак. Вот зажали подушку. Делаем 2 минуты. Я вам просто показываю, как эту технику делать правильно. Вот, сгруппировались. Коленки слегка опущены, ножки слегка опущены. Вот, не на ровных ногах. Сгруппировались. Внимание. Делаем вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. И при этом, девочки, сжали. Просто... Живот должен прилипнуть туда. Здесь у нас все пустенько. Все, прилип. Далее, здесь мы держим. Сделали наши ручки. Вот, держим. И делаем движение. Я вам хочу сказать, что у меня здесь просто такое жжение. Мне кажется, что, ну, я не знаю как, 500 грамм мне, наверное, вот ушло за эти 30 секунд. Девочки, жжет здесь. Это просто я вам не могу передать. Давайте я покручусь. Тут главное, очень главное, сделать правильно технику. Я ее тоже долго разучивала. Если вы сделаете все правильно, то в этом вот в районе... живота вы почувствуете огромное жжение, а это плавятся наши жиры, нам не нужны эти животы противные, девочки, все мы молодые и красивые. Итак, внимание, третий раз показываю, еще раз в медленном темпе. Вдох, выдох, выдохнули все, зажали. Давайте сделаем, наверное, 50 счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Девочки, горю! У меня уже дым идет. Это 100%. 30. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 40. Раз, два, три, четыре, пять,
6, 7, 8, 9, 50. Девочки, очень важно, смотрите, наверное, я вот это упустила, вам не сказала. Когда мы делаем вот это движение вот сюда, мы при этом еще более втягиваем. Вот смотрите, оп, и втянули здесь. Втянули максимально и чуть-чуть расслабили. Вот, вот это движение, мы при, когда руки у нас идут вперед, живот втягивается максимально. Когда руки отходят назад, слегка расслабляется. Вот, втянули максимально, слегка расслабили. Заводим таймер на 2 минуты и делаем. Для начинающих, кто в моей команде совсем недавно, 2 минуты вам сразу будет сделать очень тяжело, это я вам гарантирую. Поэтому делайте по 30 секундочек. Поставьте на 30 секундочек. Сделали, отдышались секундочек 10. И с такими, с маленькими перерывами. Но сделайте, доделайте обязательно 2 минуты. Вот сейчас я сделала 50 секунд. Девочки, у меня здесь все горит, я вам просто не могу передать. Моя подушка, она плоская, вот. Ну, легенькая плоская подушка. Пробовала без подушки, но с подушкой мне понравился более эффект. Вот как-то здесь вы группируетесь здесь больше. А это нам, кстати, очень хорошо надо. Так что пробуйте, делайте. И все мы должны понимать, что главное наше большое желание. Девочки, вот еще один такой момент. Главное, чтобы я его не упустила. Если вы хотите похудеть, если вы хотите сбросить живот и выглядеть красивыми и молодыми, пожалуйста, откорректируйте свое питание. Это все в связке. Обязательно правильное питание и движение. Вот правильное питание и спорт, они сделают, они вместе работают просто колоссально. Да, и у меня большая просьба, это по традиции, пожалуйста, не поленитесь поставить свой веселый душевный лайк для Евгении и плюсик. Это увидит умный алгоритм Ютуба и будет поднимать это видео. А так это значит, что чем больше людей увидит это видео, они будут худеть, будут молодые, красивые, здоровые. В конце концов, мы подойдем к зеркалу, посмотрим на себя и скажем: я молодая, красивая, здоровая, счастливая. Вот так вот. Все, всех люблю, целую, обнимаю и, конечно же, желаю здоровья. Ваша Женя. Пока-пока.